сколько лет? Мне 22. У меня есть огород, сад, я ухаживаю за ними. Если кто, блин, скажет, что это не работает, то работа, очень работает. Усаживаю, копаю, там все, картошка. Маме иногда помогаю, когда с утра мы выходим на базар. Мои родители торгуют на базаре, постель продают. Вот это вот. Хотел порадовать им, что такой сын растет, позитивный, выступает на каких-то международных Центральной Азии. Мне очень нравится, здесь атмосферно, здесь все очень круто. Отели шик, блеск. И такое чувство, что я уже артист, получается, и я уже не простой человек. Мы за тебя очень-очень сильно болеем. Давай. Желаем удачи. Тебе удачи. Рви все, что сцена есть. Сцена твоя. Вы готовы? Всем привет, дорогие Центральные Азии. Здравствуйте. Меня зовут Рахат Калгулов. Я из Бишкека, Кыргызстана. Вы готовы? Да. Мы готовы. Давай. Прямо уверенно. Молодец. Поехали. Поем со мной, растворяемся и ни о чем не думаем. Окей, договорились? По моей команде прыгаем, по моей команде поем. Хорошо? Поехали. Центрально вы готовы? Скажите да! 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 Даже поднимается солнце, но по-другому светит сейчас. Горели одинокие звезды не для нас. Это что такое? На рассвете мир потеряли. Я поддерживаю. Разрушу между нами мосты. И в этом только два виноватых я. Раненое сердце не зажжёшь. Я давно не видел свет в твоих глазах. Отплывали наши корабли. Были так несдержанно близки. Но теперь стоим на разных берегах. Танцуем Центральная Азия! Давай, давай, давай! Молодцы! Энкин, это ваш любимый участник, да, я так понимаю? Да. И не да, потому что его зовут Рахат, и Рахат переводится в удовольствие. Рахат, это настоящее совершенно удовольствие. Ура! Мы решили воспользоваться этим. Спасибо. Вау. Мы не сдержались, мы не сдержались. Да, это было супер. Да, и мы... Рахат, мен прям Рахат танып қалдым, о. Ләззат алдым, родной. Артист сияқты, өзінде... Сахнада, курсит. Спасибо за настроение, потому что когда вы зашли, такое ощущение, что я попала на какой-то концерт Макса Барских, да. Очень харизматичный и артистичный. Вы спасибо. Очень артистичный. У меня просто нет слов. Настроение огонь. Пели, выступали как настоящая звезда на сцене. Спасибо огромное. Певец, конечно, не крутой, без обид, я говорю конечно. Правду, но настроение бомбическое. Спасибо. Меня поражает, в хорошем смысле, твоя
беспредельная просто уверенность в самом себе. Чем бы ты ни занимался, я могу тебе пожелать одной вещи. Пожалуйста, всегда верь в себя, в свои силы и заражай этой энергией остальных людей. Это у тебя прекрасно получается. Возможно, в этом твой главный талант. Спасибо. Спасибо огромное. Ну что, голосуем? Ну, мы просто скажем «да». Спасибо. Я говорю «да». Спасибо. Рахат, шикарное настроение вы нам подарили, но мой ответ – нет. Рахат, я говорю вам «да». Спасибо. У вас три «да», одно «нет», значит, вы проходите на следующий тур. Поздравляю. Спасибо вам огромное. Где настроение? Ну да, уйди с настроением. Ты же прошел. Нормально. Лучше было бы, если 4 «да» тогда. Здесь я просто в нокаут. Я же сказала. То есть он недоволен результатом, да? У нас есть чему у тебя учиться. Ты крутой, ты крутой. Молодец. Тебя поздравляю. Вот это мой. Берегите себя.